Танюшка идет, блядь, красавица нахуй. Многие бывают такие, вот возьми меня, блядь. Танюшка идет, блядь, красавица нахуй. Здравствуйте, Татьяна, блядь. Привет. Какая, блядь, Танюшка нахуй. А ты че, под меня, что ли? Блядь, встретились, блядь, 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 блядь. Ай, соус. Таня, как дела? Нормально. Че, брови бум, ресницы будем делать? Ресницы надо делать, конечно. Ну, сейчас, давай, я сигарет вам куплю сначала. Потом я тебя увезу на ресницы, пока рыжую Вовку в баню свожу. Пока ты ресницы делаешь. Мы сегодня, короче, три бани поехали. Они с 11 часов работают. Да и, короче, 7 работают. Одна вообще с часу. А, блядь, час дня. Все, блядь, открывай, нахуй. Вам тягнет, нахуй. Ай, какая, блядь, рыжик пыжик. Я уже, ну, даже так взял, что такое. Я говорю, давай по хакрыву водоем. Ну, какой водоем? Ты какой водоем? Сейчас там вторая баня откроется. С 11 поедем туда. Да, Рыжик? Пока сейчас Таню увезем, пока с тобой. Пока ей бровя найдем сейчас. Ребят. Надо еще это еще искать. Ну, блядь, говорят, возьми себе до хера, где я ее делал. Как понять? Во сне. А, приснилось? Нет. Да, Рыжик, блядь, во сне только ебет. Видите, парень? Танюшка прическу сделала, блядь. А это что за молодой человек был? Вот, кстати, цвета-то у нас похожи. Че? Цвета. Волос. Не, у как меня нет? Нет, я тоже. У меня-то натуральный. С рождения. Меня так родили. Дальше я купил сигареты. Рустам, спасибо огромное. Рустам, Валентина Валиева. От души за сигареты бомжикам. Так, Рыжий. Паскудина пристает к Танюшке уже. Это, блядь, открывай дверь! Это Рыжий, блядь. На, спички. О, Тань, на тебе 300 рублей. Рыжий, на тебе. Ага. Там, блядь. Все. Короче, смотри, сейчас Настю, Тань, Настю сказали. Там надо за месяц, мы сейчас объездим. Если что, тогда только на ногти. И запишемся тогда. На ногти? Не хочу ногти. Не, просто понимаешь, что там на месяц. Ну, сейчас посмотрим по этим. Я ты открой дверь. О, окно открой дверь, все, блядь. Фу, блядь, закурили, блядь, закурили. Ну, хоть открой окно. Закрыла, так сейчас подожди. О, блядь, ребятки. Сейчас девчонка просто сказала, там, говорит, ногти надо за месяц записывать, ой, на брови, на, ой, на ресницы. На ресницы. Ну, сейчас поедем по салону. Где вот мы были там, это самое. Да, сейчас туда заедем, поищем ее, где вот мы по Таньке делали. Будем поищем, сейчас по салону поедем, время у нас уже есть. Ребят, заехали в этот салон, где Танюшку милирование делали, дали телефон. Что, дозвониться не могли, попозже дозвонимся, сейчас поедем еще такое. Это Саша, но я помню. Да, да, сейчас. Ребятушки, тут они все, блядь, беседуют, Павел Сич бегается и узнает для них, блядь. Ребят, Танька спросила про бульдога, Рыжий говорит, да ну нахуй, говорит, его, он какой-то озабоченный. Танька заулыбалась, говорит, мне как раз нужен такой озабоченный. Не, ну я все понимаю, конечно, все прекрасно понимаю, это такой же стиль. Че, на тебя кидался, что ли? Я не кидался, просто-напросто. Озабоченный просто-напросто. Ну вот так и скажи, ну вот что вот он клеится к Танюшке, да. А, ревнует? Ай, у меня ревности никогда нет. Но все равно как-то это самое. О, я сейчас знаю, ребят, сейчас в девятиэтажку заедем, тут девятиэтажка, там салон есть. Красоты там по-любому, наверное, делают, но сейчас заедем. Ребята, очередной салон, ресницы здесь не делают. Едем дальше, блядь, пиздец. Вот вы видите, салон. И дохуя, ну толку-то, нихуя. Очередная, блядь, нет, тут не делают. А эти себя покуривают, блядь. Два орла, блядь, я тут, сука, бегаю, блядь, для них. Они покуривают, суки. Я тут езжу, блядь, мастерские ищу, блядь, они покуривают, сидят, нахуй, вот паскудники надо. Ребятушки, ну едем, не знаю, сейчас будем искать, Танюшка уже, может, пока не записались, может, уши проколем, сейчас поищем, ребята, остановимся. Ухо нужно было. Видите, Рыжик, давай, говорит, гвоздем проколем. У меня зубов нету. Я бы тебе прокусил по его. Рыжик, что, ухо хочешь прокусить? Вот, сука, Рыжик, паскуди. Ребята, Рыжик, говорит, блядь, да, я тебя был наяву износила, Таньки. Нет, бывал. По ушам там, блядь, гоняет, нахуй. Ну, женщины, конечно. Многие бывают такие, вот возьми меня, блядь. Че? Да?
ну и сладкий сахар. Чего он даешь? Пытается тебе это, а сам ням, да? Таня говорит, возьми меня, а Рыжий говорит, нет, я только во сне могу. Только во сне? Да. А я просто вот таких коллег. Я не могу во сне. Ну, любить. Рыжий заливает. Тут говорит, Танюшка, пожалуйста. Все, я, блядь, это, а он, не могу. Это Рыжий. Сука, они, блядь, меня все обкурили милшину мне, блядь, вот. Паскудники. За 47 лет? Ни разу не было секса. Видите, ребят, то было 48, в прошлые выходные 46. Сейчас уже 47 уже. Ребят, он, блядь, растет на... Ой, батька, мне нужно спросить. Тебе лет? Сестра-то та знает. Нет, ты... Ну, я не сильно только то, что сказала. А тебе, может, вообще 40 лет? Или 60, нет, ребят? Ну, нет, ну, женщина сильно не трогает. Кто тебе такое сказал? Не, ну, банки трехлитровые в башку, а друг друга колотить, это, конечно, что-то с чем-то. Это нужно было видеть. Он говорит, мой. Представляешь? Он говорит, мой. Они меня уже там, короче, это, пошинковали, упаковали, лили, потерили. Я говорю, как я ваш-то могу быть? Я говорю, на дороге, блядь, тетенька стоит, блядь. Ребята, еще в один салон заедем, блядь. Моё мнение. Короче, ребята, сейчас здесь ресницами занимаются, сейчас Таньке уши проколем. Рыжий посидит. Она хотела хоть что-то, блядь, сделать. Сейчас. Блядь, ну хули, видите, потом в баню пойдем. Пошли, Янюшка, оставляй съемку, пошли уши прокалывать, нахуй. Уши прокалывать? Да нет, тут никто, блядь, уже не делает. Надо записаться, я потом запишусь тебя на следующей неделе. Рыжий, сиди здесь, не кури никуда, сука. Все. Танюшка, блядь, не боишься, нахуй? Mm-mm. Молодец, блядь, хоть бояться, скажи. Это уже в четвертый раз, наверное. Да? Спасибо. А, попросить вас? Да, я боюсь. А, я думал, что попросить хочешь? Да, видите, люди боятся. Ну, давай, пошли, Танюшка, блядь. Здесь прокалывают? Да, сейчас я проколят уши, на. Что-то стесняется, блядь. Ты что, уже с Рыжиком выпил, что ли? Выпил с Рыжиком? Да. Это, блядь, Танюшка. Танюшка, Сережки себе. Красиво выбираешь, Вовке понравится. Не боишься? Да не бойся, что тебя пистолет прострелят, и все, видишь, Вовка тебя не узнает. Сейчас еще пятую дырку и все. Может, туннели вставить, нет? Ну, а сейчас. Тише, не рассказывай. Не буду колоть, у него что-то неровно проколоть. Так она сама иглой, наверное, да, колола? Нет. А в ребрке пистолетиком тоже. Значит, у нее со зрением плохо было. Неровно как-то. Эта дырка вроде ничего, а та вот совсем как-то не есть. Еще с запасом другие. Да? Другого цвета еще. Можно остаток?
Можно покупать 200 рублей. Танюшка богатая. Ну что, купим, что делать? Ну, они же простые, металлические, ты хоть их не сдавай. Ты можешь думать, что золотые. Страшно было? Нет, звон просто уже такой. Прикольно, но пистолетиком. Так-то. Что, давай, говорю, может, с ногтями тебе что-нибудь сделать? Да чего? Сейчас мастер посмотрит, что? Так нету их. Они что сделали? А, осталось. Дамиру спасибо скажи. Дамир. Танюшка поменял. Танюшка, покажись. Что, какие вам еще? Да, не знаю, выбирай какие. Красненькие. Такие, да. Ну, вы пока с неделю то не снимаете. Ну, я поняла. Вы уже сидели, мы их позвоночили. Чтобы заживаться. Вы сами не сможете ездить? Что, приедешь, я да? Я раньше вытащить. Скажи себе, скажи Дамир. Дамир? Дамирка. Тогда я хочу тебе это, запечатлеем. Ты сюда выйди на свет. Свет, на свет. Так, немножко повесим. Все. Все. Танюшка, блядь, смотрите, опять перегрузка произошла, блядь, все с сережками, блядь. Ну все, ребят, поехали, Рыжик, сейчас как посмотрим, как Рыжик ее встретит. И поедем. Поедем, сейчас, блядь. Ну, я думаю, у тебя так быстро. А, ты... а Рыжик погнал опять курит, сука, заебал, блядь. Смотри, как подарки по сережке какие у Танюшки. О-о-о!